back in ETV. Всем привет! С вами Белка ТВ Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста» группа «Радиограмма». Привет! Всем привет! Что вы нам споете? Песня «Солнечный дом». Отлично, слушаем! Не быть лежачим камнем, придавив собой траву. Не иссыхать по каплям, как обесточенный ручей. И лишь как зрелый рис, склоняя голову, нести тебе бездонный свет очей. Мы можем плавить снег, блуждая по воде. Остановить войну, разбив экраны на стене. Безногая, бесплотная и серая тоска засунула топор под мой компас, прими его, река. Солнцем полон весь дом, некуда скрыться, я проснулся затем, чтобы напиться. И в городских дворах, и в поле за рекой. Один и тот же сон, одна и та же боль. Кипит этот яд, пока бросаю в топку все желания подряд. Солнцем полон весь дом, некуда скрыться, я проснулся затем, чтобы напиться. Солнцем полон весь дом, некуда скрыться, я проснулся затем, чтобы напиться. Спасибо большое. Прекрасно. Спасибо. И все так же радостно слушать вашу композицию. Спасибо. Спасибо вам. Расскажите, пожалуйста, а давно вместе играете вы? Ну, в этом составе года 3, наверное. Угу. И песни пишете, альбомы записываете, концерты даете? Ну, мы записали 3 альбома сейчас. За 3 года? Нет. Ну, в общей сложности. Сейчас занимаемся новой пластинкой потихоньку. Здорово. Не терпится услышать вашу новую пластинку. Да, она будет посвящена маякам. О, отлично, моя любимая тема. И морю, да, наверное? Ну, безусловно. Класс. Спасибо большое, что были у нас в гостях. Спасибо, что такой оптимизм привнесли на наш балкон и радость. Спасибо отелю «Три моста» за предоставленную площадку. Увидимся снова скоро. Пока-пока. Спасибо.
back in ETV.